Ну вот сколько планируешь снять? Ну я думаю, не меньше 50 титров, Юрий Федорович. А? Не меньше 50, это точно. 50? А да. В прошлом году сколько? 52,4 было, по-моему. 52,4? Да. Ну я думаю, не меньше. Да, не меньше. И погодные условия соответствуют, все соответствует. Для уборки, что максимально уборки, быстро да, надо сжатые убирать. Сжатые сроки, да. И Вениамин Иванович ставит задачу, да. Ставит такую задачу, пока погодные условия соответствуют, печенье надо убирать. Тем более, да. Она уже созрела, вот мы колос здесь взяли. Здесь влажность, Юрий Федорович, как бы 13,4, это отличная влажность. В поле агрофирмы «Гастагай» участники выездного комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Совета депутатов. Глава Анапы приехал пожелать хлеборобам благоприятной погоды и достойного урожая. Руководитель хозяйства и одновременно председатель профильного комитета Геннадий Демурчев, как и все аграрии, в цифрах немного не договаривает. Сначала надо убрать это золотое богатство, а уж потом хвалиться результатом. На все про все 10 дней. У нас 5 комбайнов своих. Каждый год мы берем по программе 25% правительство погашает от стоимости, да, субсидирует. Мы берем вот, уже 5 комбайнов взяли. И это нам, конечно, помогает стабильно за короткий срок убрать. Юрий Поляков не отказался сесть за руль сельхозмашины и внести свой вклад в сбор урожая. Главное преимущество умной техники – она позволяет убрать пшеницу с минимальными потерями. Заполнив бункер пшеницы, глава дал хороший старт жатве. Для Анапского района сегодня есть определенный праздник. Отмашку дали на уборку урожая. Верен в то, что будет урожай больше, чем в прошлом году. Лично опроверил, собрал один бункер. Все работает. Подтверждаем, хорошая. Да. Хорошая пшеница. Спасибо, Юрий Федорович. Ваше присутствие именно дает вдохновение всем агропроизводителям города Курорта-Анапа. И я думаю, что те планы, которые стоят перед нами, будем стараться выполнить. Я лично вам желаю успеха и даю команду начальнику управления сельского хозяйства начинать уборку во всем районе. Все, спасибо большое. Озимой пшеницей в Анапском районе засеяно около 9500 гектаров сельхозугодий. И если не подведет погода, то управиться аграрии планируют в течение 10 дней. Кроме того, уже убрано около 700 гектаров озимого ячменя.